Ты доволен? Нет. 543, супер готов, ребят. Полигон, кто у нас супер играет. Аккуратнее, ребята, не ходи. Хочу закон исключить. Потому что мы уже делаем. Высоко здесь. Последнее фото, ребят. Такой хуйни вы больше не увидите, ребят. Васян, не моргай. Подожди, Мехмак, у меня уточнение. А если ты отпустишь правую руку, что будет? Будет пиздец, я упаду в обувь. Да ладно, слушай, а у тебя что, другого нету, что ли, ничего? Вот я хотел Григри взять, я не взял. Кого? Григри хотел взять. Может, съездим, возьмем на тачке? Похуй. Бля. Я тебя подержу, Вась. Бля. Ты снимаешь, Олесь? Бля, что ты так... Бля, катер, короче. Сюда я прям. Ава, катер. Ты что такое? Бля, перелезь ты нахуй обратно. Каждый раз кажется мне. Что тебе кажется с этих листьев? Похоже, да? Единственный мешкан боится. Но. Когда он, ну, его же обратно потянется, помоет, то он войдет в этот потолок. Не, стопудово не войдет. Да. Они такие крошечные отсюда вообще. Даже. Во, все. Метров 5-7 как раз, да. Да не-не-не, вот так 5. Не, можно еще чуть-чуть. Еще не-не-не, норм, не больше. Вы че, какой? Вниз. Не, хорош, ребят. Все, хорош. Слишком отлично. Низко. Вот это от души. Она ж тянется. Метров 5. Алина Прима. Как Сиги. Ну а тем временем на мосту. Ожидаем. Понятно. Что-то высоковато, не? По-моему, высоковато, мешкан. А что ты так мало? Какой красивый мост. Скажи, что пусть кинет портфель просто. Да ему-то это не хуёво. Это не ему хуёво, это тросу хуёво. Да и тросу насрать. Тросу насрать. Скажите, чтобы он просто кинул портфель, блин, он отцепится. Чего они не понимают? Да.
Вот дура. Ну давай, Владян. Там паспорт, он говорит, скорее плыви. Плыви на похуй, он говорит. Моя прелесть. Молодец, Владян! Достал свою прелесть. Да ладно, там так мелко. Оп. Межгану сыкотно вообще. Как ты меня обижаешь? О, мужик что-то ему там втирает, смотри. Какой-то. Он это, зажигалку стреляет. Да, походу. Две руки давай. А или норм пока. Ебать! Бля, это охуенно! Да они там люди охуевают просто. А сейчас раз и спасатели. Еще по лодке такой. Бам. Бамс. Застрянет он. Выткаешь ногами. Очень весело. Ну блин, он в ботинках, идиот. Гуляет по водичке. Покажи ему, чтобы в ту сторону плыл. Да забей, уж пусть куда-нибудь плывет. Заодно свой рюкзак возьмет на плыву. Блин, это просто пешком идти. Че? Пешком ему столько идти. Давайте к нам, типа, да? Да, типа, помогайте. Бля, бутылку выкинул. Смотри, сейчас, по-моему, начнется полный пиздец, потому что черный может начать вырываться. На грани фола. Он ему глаза давит. Бля, смотри, видишь, глаза давит. Я же говорю, вырываться начинает. Пиздец, просто так не держится. А МЧСник сейчас не может лезть. Нихуя не будет самоубийцей. Блядь. Какое разочарование, да? День прошел зря. Сейчас он ему бандаж сделает. Замотает его. А как он скользил по этим херням? Да, кстати, они уже влажные сейчас. Я знаю. Профессионалы хули? А, то есть те, кто залезли, тоже профессионалы, да? Профессиональные самоубийцы, заслуженные.